12 апреля в гимназии номер 2 имени Александра Сайтиева прошел семинар-практикум заместителей директоров по учебно-воспитательной работе начальных классов школ города на тему применения информационно-компьютерных технологий в начальной школе. Основная цель проведенного мероприятия – это обмен опытом для педагогов и как способ определения пробелов и недочетов в работе, обозначила Ольга Столярова, заместитель директора по учебно-воспитательной работе гимназии номер 2. Семинары, практикумы, проводимые в начальных классах, очень нужны. У нас они чередуются. Сначала проходят семинары заместителей директора, затем проходят семинары, практикумы учителей начальных классов по параллелям первых, вторых и так далее. Что это дает? Это дает то, что мы не варимся в своей каше, мы видим весь город, мы приходим во все школы, мы смотрим на то, как построена работа в той или иной организации учебной. И также каждый педагог, каждый зауч, приходя в свою школу, приносит что-то новое. Программа семинара включала в себя доклад на тему применения ИКТ в начальных классах, проведение открытых уроков по предметам математика, изобразительное искусство, литература и окружающий мир, а также мероприятие «Человек, космос, Вселенная», посвященное Дню космонавтики, где дети продемонстрировали для гостей не только теоретические знания, но и творческий потенциал. Шлет в космос сына, в космос своего. Мир затаил дыхание, мир слушал голос человека, пролетающий над океанами и странами. И люди в этих странах повторяли Гагарин, Юрий. Семинар-практикум позволяет оценить уровень и качество знаний детей. Подобного рода мероприятия проводятся во всех общеобразовательных учреждениях на систематическом уровне, согласно установленному плану управления образования. Вика Сулейманова, Пирмагомед Пирмагомедов, информационная программа «Пульс».